принцип поймал, отпусти. В садок. Червей докопаем, позавтракаем и на рыбалку пойдем. Да? Короче, рыбалка началась. Серый. Я в ахуе. Вот он, второй карась. Карфишинг отдыхает. Карфишинг отдыхает по нашим меркам. Караси вообще огромные. Наконец. Серый, бросай его. Бросай. Принцип. Поймал, отпусти. В садок. Пускай в садок его. Пускай уже мы из садка его выпустим. А у нас принцип поймал, отпусти. Ну попадется крупнее, как? Мы он его отпустим. Но сначала в садок. Сначала, попадется, да? Крупнее, получится намного лучше. Да бля, он уже ушел. Сейчас погоди. Бля, ну природа, конечно, ничего не скажет. Блять. Давай, отпустим, руки помыл. Так как он? Садок, сколько здесь рыбы нету, сколько у нас садок. А как он открывается? В смысле? Вот здесь дверь. Водка — это уникальнейшее изобретение нашего народа. Это не просто крепкий напиток в ряду других. Это национальность. Я бы сказал, народность. Это то, что нас всех объединяет и сдерживает от окончательного распада. Как он? Садок, сколько здесь рыбы нету, сколько у нас садок. А как он открывается? В смысле? Вот здесь дверь. Посмотри. Так, видео отчет. А природа какая. Горячие финские парни. Ну, за рыбалку.